А у нас сегодня экспресс-мороженое. Давайте сегодня побудем продавцами мороженого, ребят. Давайте? Давайте. Для этого нам нужно взять рожочки разных цветов. Голубой, зеленый, желтый и розовый. И на них шарики мороженого таким же цветом. Голубой рожочек оставить без мороженого, пустым. Вот. Также у нас в набор входят карточки. Один из игроков переворачивает верхнюю карточку и кладет ее, чтобы всем было видно. А мы, все остальные игроки, должны собрать изображение на карточке такое же, ту же комбинацию. Как вы думаете, как надо собирать? Зеленый к розовому, розовый к желтому, желтый к зеленому, синий останется пустой. Молодец, но только мы не должны трогать мороженое руками. Так, дайте я вам покажу. Этот, например, сюда кодик, этот сюда. А теперь оставь их. Я перепутал. Перепутал. Не все так просто. Зеленый, розовый, а фиолетовый, желтый. Розовый. Розовый, желтый. Желтый, зеленый. И все это на одна скорость. Да, и расставить. Расставь по, как показано на картинке. Первое, что идет? Зеленый. Этот. И если в процессе игры шарик мороженого падает, то его нужно поднимать двумя рожками. Вот так вот. Руками мы не трогаем. Да, понял. Вот. Если один из игроков собрал неправильно комбинацию, то он из-за этого раунда выбывает. А если правильно, он первый обслужил посетителя и правильно собрал порцию мороженого, то он в награду получает карточку. То есть мы должны стараться быстрее всех, да, собрать мороженое. Да. Давайте попробуем. Давай. Кто быстрее соберет, тот и молодец. Тот и победитель. Это вы чуть изменили правила? Да. Ну, как вариант для детей, которые помладше, можно так сделать. Чтобы они научились, а потом уже собирали Готово. На скорость. Готово. У меня первый. Покажи карточку, Андрюша. Ого, смотрите. Это ему дай собрать, я его увидела. Это не все. Двумя рожочками поднимаем мороженое. Молодец, Андрюш. Мне все. А я.